Пострадавшим вкладчикам Чувашкредитпромбанка поддержку окажут в региональном отделении Россельхозбанка. Сегодня специалисты начали принимать заявления и перечислять первые страховые выплаты. Всего у нас в 11 точках организована выплата. Это в том числе 3 точки будет в городе. Создан у нас электронный сайт для регистрации заявок. На 8 утра было где-то примерно 50 заявок уже поступило. Кроме того, выделено 4 номера горячей линии по телефону, куда тоже может любой вкладчик позвонить и зарегистрироваться, записаться на определенное время. И также по живой очереди. На утро сегодня где-то 8 часов, где-то порядка 6-7 человек было. Никакого столпотворения нет, все в порядке, как бы в штатном режиме, работа налажена, специалисты работают. Я думаю, что все будет нормально, все хорошо, к работе готовы. Теперь, если будут люди там, не успели 18:00, я прошу продлить рабочий день банка.